Подобные обучающие курсы специалисты Федерального института развития образования проводят уже второй год. Это программа Министерства образования России, по которой курсы повышения квалификации прошли уже 1600 учителей по всей стране, ответственных за профориентационную работу. Галину Рязапкину в Сочи ждали давно. Именно она обучает педагогов и психологов современным технологиям работы с подростками. Сегодня задача взрослых, отмечает специалист, не только помочь своим воспитанникам сделать правильный выбор, но и найти свое место в жизни. Профессиональное самоопределение – понятие более широкое, чем просто выбор профессии. Это в том числе и помощь в правильном выстраивании отношений с окружающими, определение сильных и слабых сторон ребенка. Не так важно, кем быть, как каким. Вот если мы вот эту профориентацию с головы на ноги поставим, будем воспитывать не юристов, экономистов, рабочих, а прежде всего ответственных людей, которым уже не важно, чем они занимаются. Тогда мы сумеем вот этот фактор престижа убрать из выбора профессии. Ну и вообще просто воспитать нормальных детей. Профессия должна быть образом жизни. И настраивать детей, говорит Галина Владимировна, нужно именно на то, что их будущая работа должна быть в удовольствие. Поступать в мединститут только потому, что так хочет мама – это древняя модель профориентации, от которой необходимо отказываться. Воспитание мировоззрения – задача не из легких, поэтому консультанты проводят не просто тренинги. Им удалось создать целую систему профориентационной работы. И самое главное – собрать методические материалы, которые должны стать главным инструментарием учителей и помогать доносить до детей важные убеждения и ценности. Самим же воспитателям также необходимо меняться, пересматривать свои подходы общения с детьми. Одним словом, заняться тонкой психологической работой. Естественно, мы никуда не уйдем от диагностики способностей, интересов, склонностей. Но вот эта профориентация не должна быть директивной. Взрослый не должен быть в позиции вот такого мудрого опекающего, что вот я-то знаю, куда-то, да, чтобы вот ответственность за выбор все-таки была на ребенке. А взрослые должны сделать все, чтобы этот выбор был осознанным, реалистичным, своевременным, самостоятельным. То есть это работа глубже, чем просто вот помощь в выборе профессии. Это работа с личностью, с личностью учителя и с личностью ребенка. Профориентационный семинар в Сочи пройдет в течение 3 дней. Ольга Десятова, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.